Так, продолжим строительство нашего сарайчика. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы славно поработали и славно отдохнем. У нас будет небольшой обедик. Перекус. Собак, а ну тебе надо здесь удирать Боб. Куда? Отдай. Это дрова, парень. А тебе не надо. А сгорается, нет? Вот такой у меня вид с моего кресла. Там рыбачок тщетно пытается поймать рыбку. Здесь ее немного. Поэтому не думаю, что он прям что-то выловит. Так, мне больше нравится мой улов. За ним будем следить. Начинает готовиться. Ну, тут можно, знаете, как. Можно потихоньку отламывать и кушать. Ну, если не могу вас пригласить к столу, я не буду вас сильно дразнить этой чудесной багетиной. У нее внутри чесночное масло. И вы знаете, на костре. На этом мы первую часть сегодняшнего дня закончим. А потом продолжим дальше. Окей? А я пока покушаю. Так, ну а двери я решил сделать просто. То есть я возьму вот эти две рейки. У меня еще куча вот таких зеленых палочек. И набью так вот их сюда. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Должно хватить. Потом петли. Ну и все. В принципе, больше ничего и не нужно здесь. Главное потом, чтобы не была уж такая тяжелая на своей тележечке. Ну, я попробую. Может быть, получится. Так, ну все, сейчас я притащу эти палки. И мы начнем с вами делать дверцу.